Марина, добрый день. Вот я сделал запись экрана со своего компьютера. Вот показать, в общем, что получилось у нас. Это вот примерная ориентация, как это будет выглядеть. Вот эти кнопочки – это вхождение в кабинеты. Можно приближать, удалять, просматривать каждый кусочек, каждый моментик. Кое-что не получилось, вот раздевалки, о которых я говорил, с зеркалами, туда просто лучше ставить фото, и мы тогда, это будет более интересно выглядеть. Вот хамам, вот заходим, видите, здесь точно так же можно сделать, и точно так же будет выглядеть и на телефоне, на другом экранчике. Здесь не все еще точки, не все сложилось. Некоторые с браком получились, поэтому пару точек надо будет переснять. Вот, но суть вот такая. Можно погулять, учитывая, что это будет автоматически запускаться, точки будут сами пересекать одна в другую, как я уже говорил. Вот, ну и вручную тоже довольно интересно так. Помещение красивое. Чтобы покрутить самому, через ваш сайт это делать, нужно его загрузить и потом уже просматривать. Вот. А пока общие планы, пока вот я только на моем смогу. Только когда через на сайт ваш загружается, тогда все это к серверу подключается. Но пока вот только я на своем компьютере могу просмотр этот сделать. Thank you.